Украина нам не враг. Желали благ, дальнейшей дружбы жаждали, но что-то пошло не так. И вовсе не пустяк, любой навстречу шаг, напоминающий, что Украина нам не враг. Не будет Украины, сказал нам Шут по ТВ. Но то, что памятники воздвигают сам себе. Захватим Киев, Одессу, страна пойдет под снос. И кто из нас фашисты? Такой открытый вопрос. Война доказывает правоту, тот, кто не прав. Кто взял оружие, циничный человек, продав.